Череда мероприятий, посвященных Международному дню молодежи, продолжается. На сей раз в рамках декады «Вместе с молодежью» на одном из рынков Тараза Жамбылским областным молодежным ресурсным центром была проведена консультационная площадка. Мероприятие, направленное на поддержку населения, предлагает помощь в решении правовых и социальных вопросов, а также разъяснение механизмов государственной поддержки для молодежи. Консультационная площадка предоставляет жителям Тараза уникальную возможность получить квалифицированные советы от экспертов в различных областях, включая юриспруденцию, социальную защиту и трудовое законодательство. Это особенно важно в условиях, когда правовая и социальная поддержка становится необходимой для многих категорий граждан. Данное мероприятие было приурочено Всемирному дню молодежи. Департамент юстиции Жамбылской области в поддержку молодежи сегодня проводит такую акцию совместно, поддерживаем. Как вы видите, в сегодняшней акции у нас участвуют и судебные исполнители, и нотариусы, и юрисконсульты, и адвокаты. Также по социальным вопросам у нас находятся здесь и также другие государственные органы. Особое внимание на площадке уделяется молодежи. Молодым людям разъясняют доступные государственные программы, направленные на поддержку образования, трудоустройства и предпринимательской деятельности. В современном обществе, где требования к образованию и профессиональным навыкам постоянно растут, такая поддержка становится особенно актуальной. Мы не случайно выбрали один из рынков нашего города площадкой для проведения консультации граждан, так как этот объект является местом массового пребывания народа. Специалисты около 10 различных организаций консультируют людей по различным интересующим их вопросам. Это представители региональной палаты предпринимателей, представители банков, юристы, адвокаты, специалисты центра карьеры, молодежного ресурсного центра. Многие граждане сталкиваются с трудностями, не зная, куда обратиться за помощью, и консультационная площадка дает им шанс получить ответы на важные вопросы. Это также укрепление правовой культуры населения. Получая грамотные советы, люди учатся защищать свои права и добиваться справедливости. Риналь Рахматуллин, Ермек Кеншимбек, Айкын Акпарат.